Здравствуйте! С вами Валентина Весенняя. Сегодня я хочу рассказать, как приготовить вкуснейшие вареники с вишней. Летом, когда поспевает вишня, ну просто невозможно обойтись без этого прекрасного блюда. Вишню, конечно же, нужно собрать, помыть и вытащить из нее косточки. Сложите в тарелочку и поставьте ее в наклон, чтобы слегка вытек сок. Мы в варенике будем ложить вишню без сока. А пока она стекает, замесим тесто. Тесто нужно сделать более плотным. Состав его заключается в нескольких компонентах. Это мука, водичка, яичко и пол чайной ложечки соли. Замесили, раскатали, нарезали кружочков. В каждый кружочек ложим вишню по чайной ложке и сверху чайную ложку сахара. Если мы сахар не положим, то наши вареники будут кислые, потому что вишня, как вы знаете, содержит много аскорбиновой кислоты, и поэтому сахара будут кислыми. Хотя сам бульон мы слегка подсаливаем и можем положить также 1-2 чайные ложки наши вареники. Отвариваем минут 10. На несильном огне, чтобы водичка у нас не убежала. Достаем. Можно их кушать без бульона, можно с бульоном. Он красноватого цвета, так как всегда получается, что один вареник порвется. И тогда бульон приобретает очень красивый нежно-розовый цвет. Добавьте маслечко. Приятного вам аппетита! До новых встреч!